1 июля данные нарушителей правил дорожного движения могут оказаться в свободном доступе. Их обнародуют полицейские. Речь о сервисе «Витрина данных ГИБДД». По идее, система поможет проверить водителя на наличие штрафов и лишения прав. Основными получателями подобной информации, скорее всего, станут каршеринги, такси-агрегаторы и другие перевозчики. Добавлю, что подобную систему хотели ввести еще в 2019 году, однако закон забуксовал. Замечу, что пользоваться нововведением смогут и страховые фирмы, и для них это может стать лишним поводом поднять тариф, считают автоюристы. Это добровольность, ваше согласие. Если вы с этим не согласны и вам есть все-таки что скрывать, то есть вы вроде в ДТП не попадаете, но часто нарушаете. Если вы часто нарушаете, вы потенциальный, так сказать, будущий участник ДТП, как правило, да? Поэтому страховщикам надо здесь тоже себя как-то огораживать от таких рисков, и вам коэффициент будет уже применен повышающий.